Вот такое пиво у меня на стеллаже. Это Александр, город Бендеры, Приднестровье. Вот, смотрите, какие баночки симпатичные. Вот. Я специально включил вспышку. Вон такие симпатичные баночки. Вот еще. Я сейчас вот так специально спущусь вниз немножко, вот так вот. Вот такие баночки. Симпатично, правда? Вот такие вот. Вот. Вот так я вам покажу. Вот. Какие классные дизайны. Какое оформление прикольное. Мне вот такие очень-очень нравятся дизайны. Смотрите, какая красотень. Я специально вот еще вот так вам покажу еще, вот так, вот такие банки пришли мне, вот эти вот из Питера, Кроненбург Бланш, Ков из Питера пришел, вот такие симпатичные, да, вы видите, как переливается, смотрите, о, как классно, вот этот момент мне очень нравится, смотрите, какая красотень. Факсы вот такие вот. Это из Сильпо. Факс. А вот такой вот белый. Это из России пришел, из Питера. А черный и красный это из Киева. Супермаркет Сильпо. Вот такие баночки еще, видите. Это Кишинев все. Это с Кишинева пришли вот эти вот. Я привез. Ну, как пришли. Они. Вот, смотрите, как бы вам показать вам. Ну, вот тут вот так где-то как-то примерно. Вот. О, львы, видите, какие красивые. Это наподобие, как в фильме «Приключения итальянцев в России», советский фильм. Вот такие львы симпатичные. Вот такой гусь тут. Красивые, правда, дизайнчики? Ну, гёса... Ребята, пожалуйста, помогите найти гёсар австрийский. Но не могу я смотреть на вот эту вот бред, вот этот российский. Узкая, неправильный дизайн сделали, видите. Должен Гёса крупно написано быть, Австрия написано. А не просто. Вот такой, корона такая сибирская классная, правда? Дизайнчик-то никакой. Тайга. Вдалеке там, в тумане тайга. Как и должно быть в тайге. Вот такой дизайн симпатичный, правда? Только еще бы объем был бы 0,05, вообще бы прикольно было. Ну что, вот смотрите, еще вот. Вот такой козел мне пришел из Питера. Зеленый, долгожданная баночка. Вот такой козел зеленый. Вот такой в Кишиневе козел. Видите, как козлы отличаются? Вот российский козел, вот кишиневский козел. Кишиневский. Похоже, как на Чехию. Настоящая Чехия есть. Чехия настоящая идет. Вот такой зубр пришел. Смотрите, какой польский. 18-го года. Начало 19-го. Вот такой пошел сейчас. В 17-м году не такой был. Фигня полная была. А сейчас, смотрите, какой... Какой красавец. Польский зубр. А банка 550 имеет объем. Если было бы 0,5, было бы, конечно, получше. Ну и ладно, зато пива было больше. Так, вот еще темный такой козел. Кишинев. Вот такая банка. 0,5. Тоже кишиневский. Вот такой Пауландер мне пришел. Смотрите, какая красотень. Вот такой Пауландер. Это из Кишинева, из супермаркета Метро. Вот такой мне человек привез. Серега, Таня, спасибо вам. Выручили. Сколько я за ним гоняюсь? Еще бы 0,5 вот такую найти. Пожалуйста, помогите. Где мне найти вот такую банку
алюминиевую. Это железная. А я хочу алюминиевую 0,5. Вот такой вот Пауландер. Октоберфест вот такой. Вот такие банки, очки. Вот. Еще здесь вот Гиннес такой с Duty Free. У нас на таможне возле Первомайска. Кучергана начинается украинская граница. Проходишь, и вот в Первомайске и в Кучерганах вот такие Гиннесы. Вот такой, видите, какой. Настоящая арфа, струны. Идеальная, правда? Банка имеет объем, ну, не, может, 520 где-то, может, имеет. Вот, 568 морфис вот такой вот, длинная баночка, видите, как. Запихал между полками, еле-еле, вот так вот, пришлось поднять полочку немного. Вот, Джон Смит такой в Duty Free еще, английское пиво. Польский Кастилан, ИПА, АПА, это Вольфас Гельман фирма. Литовское пиво. Литовская или латвийская? Дальше. Тимиршиана. Румынская. Скол. Урсус. Читать обечи. Вот такие вот. Это такое румынское пиво. Перленбахи. Злата Прага. Оболонь. Бад. Или Будвайзер. Кому как нравится. Бейкерс Пилс, железная банка, вот такая вот железная. Черный русский такой вот напиток. Вот такая банка симпатичная, вот такой вот. Вот такой симпатичный орел. Правда классный. Карлинг вот такой вот. С Украины пришел, с пляжа, с Одессы. Вот этот Бейкерс я принес из Кишинева, из Метро. Сейчас его уже нету. Вовремя забрал. Каутиадор, Кишиневе, Фуршете. Дороговатое пиво там у них. Есть Каутиадор был в Элмарте в Кишиневе. Сейчас уже тоже нету, все, прозевали. Нету. Вот так вот. Вот такие вот у нас баночки. Правда симпатичные. Так, что еще вам показать? Вот драйвер румынский. В Кишиневе продается Бланш Десан, Пилгер. Вот такой напиток. Энергетик. Берн. Вот такой костер. Ну, вот я вот так вот себе купил. Как воспоминания 90-х появилось. Вот они неожиданно так запустили. Это дизайны. Белая банка 90-х годов. Синяя банка голубая 2005-й. По 2009 год выпускалось. Саммерс был такой вот в Киеве продается, в Ашане. Вот мне человек привез. Сережа, спасибо тебе за Саммерсби. В Польше, правда, идет оригинальный. Украина штампует, как бы, вот так вот. Как бы вам еще показать сейчас. Отодвину немножко кресло. Вот еще у меня. Аубрау. Румыния. Кишинев, Ашбейер, Румыния, Штернбург, Германия, в Метро продается, Сторчендом Голд, это в Кишиневе, в супермаркетах продается, Падеборнер вот такой вот, но уже его и нету, и по-моему и в Одессе его нет уже позаканчивался. Вот такой еще вот здесь вот у меня есть лежит, Штайнер, Румыния, Блонд, Вольфас и Гельманы вот такие вот. Бонд это апельсиновый. Так. Поехали вверх. Так. Что еще не показал? Старопрамен. Это чешская версия. Еще появился в Кишиневе зеленый. Но мне нравится этот оригинальный такой. Изготавливает Румыния по лицензии. Ну и нормально, зато есть. Он вездесущий, везде его полно. В Украине, кстати, не такой. Там какой-то такой с бочонками какие-то. Чаны пивные. Но не то. Крушовец такой оригинальный, Чехия. Гиннес, видите, еще один. Вот не могу понять, где настоящий. Но мне кажется, что длинная банка. Хайнекен. Вот такой вот. Выпускает Радомишель, Украина. По лицензии.
Будвайзер, Чехия. Кстати, вкусное пиво. Лучше, чем Бад. Черновар, Чехия. Львовская, 1715, любимая банка. Ох, сколько я за ней гонялся, пока ее нашел. У меня же было подозрение, что пиво Львовское делают в банках, потому что я неоднократно находил в интернете фото в баночном варианте. Вот нашел. Слава богу. Black Baron в Кишиневе продавался. Уже нету его. Эфес. Кишиневский пивзавод делает. Стелла Артуа. Вот такая вот. Украина штампует. Сейчас поменялся дизайн. Вот такой Кёнигсбахер в Кишиневе. Юрмала, Латвия. Брау Перли, это в Метро. В Кишиневе продавался. Герштел в Кишиневе. Случайно нашел. Уже его нету. Бодинстон такой из Duty Free пришел. Я его привез из Первомайска, с Кучерган, на таможенном пункте Duty Free магазин. Пекс в Кишиневе продается. Лёфи из Одессы, из Метро. Ребята, помогите, пожалуйста, вот такое пиво найти настоящее. ПНВ, Америка, штат Орегон. Ну вот я вот так вот сделал. Это муляж такой. Глянцевой бумагой обклеил банку, распечатал на принтере. Высокая печать, ну такая похожая, как настоящая. Вот такое пиво надо мне. Вот такой ПНВ, вот такой нужен. И вот такой Канадион нужен. Грюнбергер, вот такой я с Кишинева привез. Германия, вот такая вот. Тоже немецкое пиво. Хольстон Дьюти Фри. Кустас, это Польша. Людвиг, это в Кишиневе продавался и продается, по-моему, сейчас в Метро. Вот такое еще есть. Шультхайс, это воспоминание. В 90-х у меня была такая банка. Вот решил реставрировать. Вспомнил, какая у меня была в коллекции. Вот. Сделал тоже таким же образом, как и ПНВ. Обклеил бумагой подходящую банку, у которой по золоту внизу и вверху полосочка идет по золоту. Вот таким образом сделал. Вот еще вот. Черниговская. Каузбек тут у меня. Дизель. Дамбургер. Пилснер Кю вот такой из Duty Free пришел. Балтика вот такая вот. Литровая. Не 900-граммовая, а литровая. Сейчас уже 900-граммовые делают. Это российская Балтика. Еще он застал как бы. Бергенвейер. Румынский. Зимбру. Румыния. Каусбрау. Такая Балтика там. Вольфас. Жатецкий гусь 900-граммовый. Грюнбергер. Эйчбаум вот такой вот. Ну вот такие вот баночки у меня в коллекции. Вот такой общий стеллаж. Я вот сейчас вам показываю. Вот так вот у меня здесь. Вот такой стеллажик у меня здесь стоит. Вот еще и крышечки собираю. Вот начал. Начал. Неплохие такие дизайнчики на крышках. Было пиво в бутылках. Думаю, ай, пару бутылок купил и что-то меня торкнуло. Чуть-чуть и крышек можно сделать. Вот так вот сделаю. Вот так нормально у меня получилось. Ну что, это был такой обзор. Я решил испытать, сделал со вспышкой, включил и вот так вот наснимал вам. Оставляйте комментарии, кому понравилась моя коллекция. Эта коллекция 18-й год, уже начало 19-го пошел, вот Пауланок пришел. И Зубр пришел вот в 19-м году, новенький вот. Короче, продолжаем дальше баночки собирать. Вот эти вот в 19-м году пришли, Бланш, Ков. Может еще что придет, вот так вот. Вот такие симпатичные у нас. Вот такие баночки симпатичные. Видите, красота какая. Вот такие дизайнчики красивые. Вот так вот. Вот так красиво снято все. О, снято все. Вот так все стоит у меня на стеллаже. Вот такие симпатичные баночки. Вот так я вам показываю. Показываю. Дабы. Миллер. Вот такой турецкий. Вкусное пиво. Не знаю, как российский, турецкий, очень вкусный, напоминает Будвайзер и Стелла Артуа. Вот такие баночки симпатичные.
Вот я сейчас показываю вам. Так. Вот. Вот так вот у меня здесь все красиво стоит. Вот такие вот симпатичные дизайны. Есть, бывает, не очень дизайны. Я все-все не собираюсь, все-все собирать. Все, что попало. Только самые красивые. Такие прикольные дизайны. Вот. Румынский. Мне очень нравится желтый. Вот желтый, он такой. Со временем я его не буду убирать. Вот. Останется у меня здесь. Вот так вот. Амстердам, Тюрингер. Вот. Вольтерс вот такой вот. Новый дизайн. Раньше середина была белая. Как серединка была в неправильной форме. Изображение было. Белая середина, синяя банка. А сейчас вот как сделали. Общий фон синий. И вот такой вот. И дизайн у них не поменялся с 90-х годов. Банка была белая, железная. Белая-белая. А сейчас вот так вот сделано. Вот так вот. Вот такие баночки симпатичные. Правда? Смотрите, какая красота. Как они у меня классно здесь смотрятся. Ну что? Закругляемся. С вами был Александр. Кому понравилось мое видео, моя коллекция. Мне так люди собирают, я в интернете понаходил. А чё бы и нет, я себе тоже не хуже соберу. Мне люди привозят. Где-то по Вайберу заказал, где-то распечатку дал с собой, чтобы люди купили, определиться, какое там пиво купить. Из Одессы, из Польши, с Питера, с Москвы. Одесса, Киев, из Кишинева я все, что смог, привез сам. Вот вот таким образом все собрано. Классная коллекция. Ну что, с вами был Александр. Оставляйте комментарии на канале Вася Вино в Ютубе. Почитаю, может быть, еще что вам сниму интересненько. Это город Бендеры.